все-таки я нашел это место. Памятник героям фильма «Мимино». Сталинская пара, может быть, пораньше чуть-чуть. Вот такой интересный подъезд. Он проходной. Здесь вот такие вот лестницы. Площадь. Картина. Так расписаны стены. И вверху окно. Вверху окно. Я поднялся от Тбилиси километра на 2-3. Встретил по дороге вот такой вот старый, видимо, советской эпохи барельеф. Здесь вот находится полуразрушенный дом, что позволяет нам посмотреть, как сложены стены. Вот так вот укладывается галька в два ряда и скрепляется раствором из глины, песка, наверное, навоза. Покрыт дом глиняной черепицей. Сохранившаяся часть древней постройки. Отсюда идет дорога к действующему монастырю, насколько я понимаю. Группа грузинских товарищей отмечает праздник Святого Георгия, и они пригласили меня гостеприимно принять немножко участия. Гамарджоба, ребята! Привет вам с Алтайского края! Я, конечно, не понимаю, что означает эта композиция, но она очень выразительная.
современная архитектура полицейских участков Грузии. Знаменитое Тбилисское море. Водохранилище с запасом воды. Это, конечно, не центр города, спальный район, но все-таки девятиэтажки. И вот такая прелесть.